Всем салют! Так, ну что, друзья, разрежем. Вот такой нож классный есть. С ретроной штучкой. Какая прелесть, ёкарный бабай. Тут немножко повываливалось, конечно. Ну что, приятного аппетита! Вы просто не представляете. Кабачковую икру немножко перцем посыпал. Капает. Это божественно. Подразвалилась из-за огурца. Огурцы, зараза, мокрые. Шаурма веганская, постная. Попробуйте кабачковую икру с зеленым луком. Туда прям покрошите и на хлебце. Это огонь. Апельсин, шоколад, чай. Со вкусом апельсина и шоколада. Чай Кёртис. Правильно, неправильно называю, не знаю. О боже, как это вкусно. Вкусно и просто. Сегодня днем я съела 2 банана, 2 мандарина,
Даже один мандарин, потому что одним я поделилась. Спаржа. Знаете, да, такой соевый продукт? И грамм 200 вот моего салатика, который я делала. И вот сейчас здесь моя шаурма. Как ваши дела? Как ваше настроение? Ну, лучше обхитрённый. Уже получается выходные, можно будет кушать супы, каши. Я сегодня купила гречи, наварю гречи потом. Буду есть ее с солёностями. Ну что, друзья, от души. Кушайте, никого не слушайте, любите друг друга, цените друг друга, уважайте друг друга, кушайте вкусно, кушайте вместе. Прям всего-всего вам самого замечательного, отличного вам вечера.